Я приветствую вас, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. С вами Ангел Рок, и мы продолжаем играть в игру Anepic. Между сериями я побегал, нашел когти орка, и нужно выполнять. But dude, an orc never says thank you very much. It's too polite. You have to shoot and say Loktar Ogar. Loktar Ogar. I won't need these killing sharp blades anymore. Клинок Эдварда. Реально была отсылка к Эдварду на руки-ножницы. Так, посмотрим. 204. Холодом, тьмой, мечом, наносит тройной удар при критическом попадании. Понятно. Так. Трезубец мастера. Ладно, хрен с ним. Всякой хрени набрал. Ладно, пойдем к духу. Так, восстановим жизни. Да ё-моё. Отлично. Так, я здесь засветил сюда. Засветил. А почему у меня здесь не засвечено все? Интересно. А, во, что-то есть. Сундук какой-то. Что я там взял? Какую-то еще одну саблю. Сабля змеелова. Так, ладно. Wake up, O great pure spirit. I invoke you. Who are you? My name is Saruman, and in the name of magic and all it represents, I stand here before you to receive your incredible knowledge. Tell me, O great pure spirit, what amazing knowledge can you grant me? I can show you the way of alchemy and the magic of alteration. My knowledge influences the basic elements that compose all creatures and things, letting you manipulate them at will. To use the magic of alteration and alchemy, one needs the object that represents the heart of my discipline, the core of my knowledge. The Philosopher's Stone. Its secret was closely guarded by my followers and students. I will reveal to you the secret of... You will have to find the following ingredients. Pyrite. Obtain a large piece of pyrite, as it is the main component. For this, you must descend into the depths of the mine, where the goblins still dig in the rock. Mercury. Half iron, half water. Its powers are formidable. There should be some on a table in this laboratory. Sulfur, a fascinating yellow stone that comes from the burning depths of the underworld. You can only find this on one creature, one of fire. And to set all the pieces and join all into one, the main ingredient for any... Понятно. Ну, желтый порошок мы уже нашли. Так, давайте сходим. Большой кристалл пирита. Вообще без понятия, где это, чё? This is too easy. It makes no sense. What are you talking about, dude? Pure spirits are immortal beings, and their wisdom is as extensive as their age. It is hard to believe that you could lie to all of them. I've been lucky so far, I guess. Too lucky. Скорее всего, что-то будет такое чересчур из рук вон выходящее. Так, а я где-то видел какой-то стол, где какие-то склянки были. Да-да-да. Ой, извиняюсь. Так, будильник прозвенел. Так,
Ну ладно, давайте по лаборатории пройдемся. Вон они, эти склянки, точно. Так. Восстановим жизни. Повернись-то, ё-моё. Отлично. О, замечательно. Так, теперь нам надо в шахты. А давайте мы сделаем вот так вот. Так, и... теперь в шахты. Где ж нам серу найти-то? Ну, хоть на зелье ингредиентов наберем. Так. Вообще взять нафиг. Так, что у нас вообще где есть? Ой, сюда. А так они теперь меня не мочат. Слушать, это же вообще замечательно. Ха-ха. Круто. Ладно. Так, а тут что у нас за дверь? А, тут гарем был. Точно. Точно, точно, точно. Ладно. Честно говоря, я даже не знаю, где вот этот брать. Большой кристалл перита. Пойдем по низу пройдемся сначала. А потом наверх будем подниматься потихонечку. Так, тут мы не смогли запрыгнуть. Да ладно. Ничего страшного. Ай, иди ты нафиг. Это тоже меня не мучит. Что-то как-то скучно. А вон там вот что валяется. Отлично. Вообще замечательно. Так, возвращаемся сюда. Теперь мы идем в преисподнюю. Преисподнюю у нас так. А, так, нам надо в зелененькую дверь зайти. Бледно-зеленая. Так, это получается на... вот это, наверное, да? Да? Хорошо. Так. Теперь нам надо сюда, потом наверх и потом влево. Да? Да. Пошла. Я вообще медленно. Так, даем. Отлично. Так, но только я здесь-то никого не вижу. Того, кто бы мог мне дать кристалл серы. Мне нравится то, что вот можно возвращаться на старой локации и что-то где-то брать.
Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Нет! Блин. Блин. А, ну ладно, хоть не так сильно далеко. Да ё-мо. Черви мне нахер не нужны, но они откидывают. Я могу просто тупо упасть. Маленький рубин. Да мне он не нужен. Мне нужен кристалл серый, который... На тебе. Так, тихо, подожди. Красная слизь. Ой, тихо, тихо. Да что ты? Блин. Ладно, чувствуем мы с этим дерьмовым. Правда, намучаемся. Такс. Нет, чуть не упал, блин. Опять. Стой! Блин. Так, вон та хрень сейчас разлетится. Вот это. Чуть не упал. Это, блин. Хорошо. Так. Теперь нам надо наверх. Ну, опять в двери идем. Отлично. По одной миссии за раунд. Ой, за серию, то есть. Так. И влево. Так. Теперь нам надо... Вот сюда, да? Да-да. На тебе. Какая-то странная, она мне даже не понравилась. На тебе, скотина. Бежай. Пока меня не заметили? Я вообще, не знаю, крутой такой. Бегу, вообще меня никто не замечает. Ну как замечает, просто не успевает бить. Так. Чувак, давай мне свои знания. All components have been united. Let the power of alchemy create the philosopher's stone and grant you the knowledge to understand the alchemical texts. Let the philosopher... The magic of alteration has been added to your character page. You are now able to cast alteration spells and increase your skill in alteration magic when... Понятно. Так, том силы великана. Инвентарь. Отлично. Так, лечение союзника. Это я выучил уже. Так, наполнить огнем. Ваше оружие огнем наносит дополнительно огненный урон. О, нифига себе. Круто. Так, а это что такое появилось? Сон. А, понятно. Подчинение. Стрела света. Ага, значит, вот эти два добавились мне.
Вот этот я хотел купить, но хорошо, что не купил. Вообще отлично. Так. Инвентарь. Что у нас здесь есть? Что мы тут такого еще подобрали? Да больше, в принципе-то, ничего нету. Так, теперь нам надо сюда. Тут еще чувак один был с заданием. Своего времени. Так. Оп. One of those bastards that shoots rays, but this one's unarmed. Prepare yourself, because I'm gonna hit you so many times that even a tricorder won't be able to identify your remains. Wait! You'll regret this. No, wait! Your enemies are also my enemies. Really? Can you convince me before I split you in two pieces? He who creates the most destructive invention becomes the leader of the inventors. Continue. I invented the acid liquid that creates acid slugs. So you're the one responsible, you bastard. But Dermar created golems and won the position of inventor leader. I was demoted. I lost favor when Dermark won the medal. If you kill Dermark and destroy his work, I'll give you 400 coins. Fuck! That's tons of money! You have just convinced me. Bring me the medal as evidence. Что принести? Медаль выдающую ученую. Где ее найти? Классно. Принеси. На тебе, скотина. Так. Ладно. Значит, скорее всего, нам надо, знаете, мочить. Просто тупо. Вау. Замкнуло маленько. Просто тупо валить ученых. Нет, у него нету. Так, убейте големов. Надо вниз идти. Эту медаль выдающего ученого. Ладно, пока голема завалим. Монетки. Пошел-ка ты нафиг. Сейчас мы тебя вот так вот. А теперь можно и ударчиком. Завалили. Так. Жизни. Да. А, черт.
Я маленько не то сделал. Почему я постоянно эту кокулишную кнопочку нажимаю, блин? Ну, в принципе-то недалеко ушли. Это хорошо. Так другое. А, ладно. Так. Ну, я, скорее всего, уже скоро заспавнится опять. Так, давай сюда сначала пройдем, чтобы потом вниз не спускаться. Воу. Так. А, как раз 3. Ой, еще 5 осталось. Да давай, ну, есть. Отлично. Где мне только медаль выдающего ученого искать? Всех ученых придется завалить. Так, давай-ка мы маленько подлечимся. Регенерация и еще один такой. Оп. Хорошо. Бежим. Так, давай-ка дракончик ты тоже маленько помочь. А то что-то отдыхаешь, все. Вали, хвали. Лечимся. И теперь нано. На. О, все, завалил. А где еще один? Меня не посчитали его. Вот дерьмо. Ну, ладно, козлы. Хорошо. Так. Дракончик тебе отдыхает. О! Нашел, походу. Да, отлично. Но мне еще одного надо. Голема завалить. А где его взять-то? Так, тут есть. Больше нигде нету. Придется ждать, пока они отреспавнятся, блин. О, говно. Так, ладно, пока. Да-да-да. К повару сходим. Так. Сварим мы сейчас. Сейчас мы сварим. Лечебное зелье. Создать. Так. И все, что ли? А тут что? Продвинутого обнаружения. О, клево. Только порошки надо сейчас купить опять. Так. Да-да-да. Так, теперь.
теперь возвращаемся туда. Блин, сколько я там записываю-то? Да ё-моё, чё так время-то быстро бежит вообще. Уже 25 минут снимаю. Ладненько, всем пока, с вами был Ангел Рок. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Это прискорбно вообще, я не успеваю просто наиграться. А делать более длинными серии я пока не могу. Ладно, всем удачи.